Чтобы старость была в радость, в Саратове прошла вторая областная научно-практическая конференция «Гериатрия. Инвестиции в будущее». Форум собрал более 200 врачей-участников. Специалисты обсудили особенности оказания медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста. Выступила на конференции главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева. Сейчас в Саратовской области на базе клинического госпиталя для ветеранов войн работают два гериатрических отделения. Ежегодно там проходят лечение около 7500 пациентов. По оценкам специалистов, всего в регионе проживают более 23% населения пожилого возраста. Это значит, что вообще-то большая часть сегодня посетителей поликлиники, госпитализированных пациентов – это пациенты пожилого возраста. И мы пришли сегодня к тому, что не просто гериатр, а врач любой специальности должен иметь так называемые гериатрические навыки. Такие навыки должна иметь медсестра, врач первичного звена, специалист по социальной работе.